это современная система тестирования, которая позволяет определить техническую подготовленность хоккеиста, его уровень катания, уровень владения клюшкой. И это все в сравнении не только с игроками своей команды, но есть большая база данных со всего мира, Канада, Америка, Швейцария, Европа, Россия в том числе. И игрок, сдав эти тесты, понимает, на каком месте, на каком уровне в мировом, скажем так, рейтинге он находится. Для нас это очень важно в рамках подготовки молодежной сборной к чемпионату мира. Снежный Барс является базовой командой, и понимать уровень, на котором находятся игроки нашей команды, очень важно для нас. Тем более, что отбор в команду с помощью тестов позволяет, скажем так, более объективно оценивать игроков. На самом деле все результаты, они будут видны, и эти результаты пойдут в детскую школу, эти результаты будут в клубе в Борисе, то есть Федерация Казахстана. Вот, поэтому этими данными можно будет потом оперировать.